С полимерными материалами сотрудники СКБ работать умели. И когда в 1965 году получили от Министерства обороны необычное техническое задание, сомнений в выборе материала для корпуса будущего вездехода не было. Лишь легкая, но прочная композитная оболочка позволяла этой машине не только ездить и плавать, но и летать. Не самостоятельно, разумеется, а на борту транспортного вертолета Ми-6. Изделию присвоили шифр ПУ, то есть поисково-эвакуационная установка. Ее предназначение – выручать покорителей космоса. Случалось, что при возвращении с орбиты спускаемый аппарат отдалялся от расчетного места приземления. Тогда космонавтов надо было как можно скорее найти и спасти, притом вместе с 3-тонным посадочным модулем. Венцом деятельности Грачевского СКБ стала «Синяя птица». Так назвали спасательный комплекс, состоявший из пары трехосных вездеходов и легкого болотохода. Он ожидал своего часа в кузове колесной машины. Когда та была вынуждена уступить бездорожью, болотоход опускался на землю или на снег, или на воду, и подбирался вплотную к терпящим бедствия граждан. Роторно-шнековый движитель делал это транспортное средство уже не супер, а гиперпроходимым. Поисково-спасательный комплекс ЗИЛ-4906 «Синяя птица». Года выпуска 1980-1991. Грузоподъемность 3500 килограммов. Мощность двигателя 150 лошадиных сил. Максимальная скорость на суше 80 км в час, на воде 9 км в час. Количество экземпляров 22.